Круглый год холодно, все пьют водку, никто не улыбается. Это, вот. Это... И надо ходить в бронежилете, потому что русская мафия стреляет. Ага. Сегодня у нас в студии Люк Джонс. Здрасте, очень приятно. В России 85 регионов или субъектов, как они называются. Я уже объездил 76. Стоп. Когда я начал, особенно в 90-х, это было реально тяжело. Потому что больше шанс, что ты приходишь в гостиницу, и тебе скажут, мест нет, чем добрый день. И у тебя отличный русский язык. Приходит Людмила Владимировна с таблицей, стол, стола, столе, столом, столом, столи, столом, 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 столами. Выучи. Мы типа, что, окончание меняется? Зачем? Давай немножко перемотаем назад. Это место, где я живу. Если бы мне не нравилось, я бы здесь не жил. Коромысло – это что? Я, например, выгляжу бедным. Я не ношу, например, часы. Как ты нашел эту работу? Даже не начинайте говорить, у меня второе высшее образование, я учусь, всем пофигу.